Ребята, 16 февраль ды. Лед тронулся. Но это не этот, который тронулся. Это остатки снега в тени лежат. Последний снежочек. Солнышко пригревает, гуси двинулись. А я устал работать. Устал, запарился и нанял я помощника. Думаю, шут с ним. Помощник надежный такой, денег много не просит. Помогает мне. Помогает сало складывать. Тетя Оля, как дела? Хорошо. Работа хорошо. Хорошая. Хорошая, но это, знаешь, страдальческая. Страдальческая, да. Да, страдаем. Вот слюнки глотаем, блин. Прямо это... А динамит как страдает, вы себе представить не можете. Прямо это, так и хочется откусить кусочек. Но нельзя, это не для себя. Так, я вывожу вот это вот добро. Тоже остатки, не остатки, это копченое сало. Куда возим, потом покажем. Очень тяжело работать и постоянно хватать камеру, и она лежит, это и попадает в экстремальные ситуации. Вот только что она упала и перестала наводить фокус. Несколько раз включал, выключал, уже отчаялся. Вот это, ну, блин, это, ну, рискованное такое, блин, дело, камеру с собой таскать всегда, когда работаешь. Вот эту вот кучку барахла я тоже приготовил, тоже надо забрать, включая прицепчик. И вот куда мы все возим, вот куда мы загружаем на прицеп. Пшеницу я загрузил, блин, тяжеленная, а смотрите, это уже крыло, почти колеса кончается, капитально нагружен будет. Ужасно тяжелая пшеница, я даже не подумал. Потом вот это вот масло, это я собирал с ресторана. Зимой так в ведрах. Это бекон, когда жарили, жир собирали в ресторане, мне отдали. А это копченое мясо, еще немножко будет. Сейчас переезжаем на другое место, еще хочу мешки с овсом нагрузить, сколько позволит оси, сколько выдержит прицеп, короче. И колеса уже лысые, блин. Электрические тормоза, когда тормознешь, они иногда клинят, и так и юзом истесало все. Ну, еще этот сезон, даст бог, пробегает, там надо будет колеса искать. Итак, передвигаемся на другое место и пытаемся загрузить прицеп полностью. И надеемся, что мы его не перегрузим. Загружаемся, братцы, загружаемся. Аж очково немножко. Явно перегруз, блин, опять. Видите, полный прицеп мешками. И все, блин, для медведей, для них родимых. Овес, копченое сало. Бекон, масло и пшеничка. И прицепчик поедет, и оборудование. Теперь машину буду забивать тоже. И может здесь еще что-нибудь погружу. Блин, тяжело. Сильно просел. Ну ладно, вперед на подвиги. Все-таки надо выловить же нам мотоцикл Майка. Это мой сосед Майк, а это его мотоцикл. Красивый домик и расположен так удачно, что когда проезжаешь по трассе, никогда его не увидишь, только под определенным углом. Изолированный весь там за деревьями. А мы, ребята, прем на север. Прем на север. Загрузились, блин. Все трещит по швам. Стараемся поаккуратней так, 90 с лишним скорость держим, автопилот хорошее дело, природа просто прелесть, после зимы снег сошел, все радует глаз, я очень люблю, ужасно люблю наши пейзажи, соскочеванские едешь, открыто, для глаза простор такой, и всегда что-то увидишь интересное, проезжая по деревням, после школы проезжаешь, уже дети на улице там занимаются, уроки проводят, потому что погода позволяет. Люди начали копаться, немножко прибирать после зимнего перерыва, так сказать. Порядочек наводить возле домов, на участках. Красота! Меня иногда спрашивают или удивляются, ой, 300 километров, это далеко. Это недалеко, ребята, это нормально еще. Если было ближе, то было бы это грустно, я думаю. Я бы просто это помер бы на продажу машина. Потому что это, ну, работаешь, сильно работаешь и
когда загружаешься, допустим, устанешь, вот сегодня руки ломит капитально, все тело ломит, в принципе. Ну, все-таки много работы, тяжелая работа, несколько тонн перелопатить, так перетаскать. И представляете, если прыгнуть в машину, там короткое расстояние перевести и сразу выгружать. А так я сажусь, это с огромным удовольствием просто. Едешь и отдыхаешь, знаешь, что у тебя впереди минимум 3 часа отдыха. Автопилот — отличное дело, знаете, разогнался, поставил и сиди, рули, только балдей. Смотри на пейзажи. Ну, вот такая вот лекция. А мы едем на заимочку. Прям на север. Только что остановился, поболтал с соседом. Другой сосед, 30 километров от меня. Там забегаловка есть, все на свете. Я вам потом покажу. Может, на следующей неделе. Хотел показать, как выглядит природа. Видите? Всю дорогу ехал так нормально, такие уже почти летние пейзажи, знаете. Ну, водоемы замерзшие, а так все это по-летнему уже все оттаяло, типа. А здесь все-таки, видите, дальше на север. И еще это, высота над уровнем моря. Вот машина только что, блин, это, как зверь рычала. Вот озеро, допустим, видите. Все замерзшее, да? Ага. Снежок еще много снега. Поговорил с местными, а у них там же ресторанчик, они там и кушать варят, и все на свете. Насчет медведей еще не было, говорит, вот-вот должны появиться, но еще не вылезли из берлог, спят еще. Вот так, вот там южнее, блин, все равно, казалось бы, уже в лесах все чисто, а здесь, видите, снег везде, в наших местах. Так что надо подождать, еще зубы стиснуть немножко, пока этот снег растает. Ну, потому что на квадрике даже по лесным дорогам тяжело будет пробиваться по этому снегу. Итак, приближаемся к нашим родным местам. 300 километров. 3,5 часа. Прибыли. Заимка. Заимочка. Соскучился я по ней. Соскучился. Вах, снег. Здесь на солнце снега нет. Как раз вовремя прибыли, оттаяло все. Тут бардачок немножко. Так. Тут тоже бардак. А там снег. И что снег не растаял, елки-палки. Ну, сейчас припаркуемся, осмотримся. Так, припарковались, давайте быстро осмотримся. Вот эта вот штука слетела с крыши. Это есть прикольно. Она пережила весь переезд. Это для того, чтобы это, трубу чистить. Интересно, сильный ураган, наверное, был. Это крыша так просевшая, блин. Чуть-чуть криво так. Я даже не замечал раньше. Так. Здесь бардачок. Пленку. Ветер сбросил. Окей. Домики стоят и упали. Газовый баллон нужно будет убирать. Снег сошел почти. Это есть хорошо. Этот домик тоже стоит, не улетел никуда. Так, а здесь же я оставлял одну бочку с зерном, чтобы сразу видно было, проснулись мишки или нет. Так, вот здесь она. Ну-ка. Не проснулись мишки еще, видите? А то бы они схрямали бы зерно. И на пласт мой ветер раскидал. Собака такой. А, всю пачку порвал, наверное, блин. Так. Но в целом все просяло, да? Вот этот домик для рыбалки. На льду его можно ставить. Так, вот здесь тоже ветер немножко натворил, блин. Редиска такой. Но это мы все приберем. Так, сено никто не кушал, а? Никто не кушал. Я думал, моралы, блин, придут и схрямают его. Они его не скушали. Прицепы на месте, никто не украл. Это есть хорошо.
Колеса вроде бы накачанные. Это эстакада, чтобы... О, о, смотрите, наш друг там сидит. Отец замер. Привет, дружище, мы приехали. Ты теперь это, осторожнее, блин. У нас собачка тут. Она тебя, если учует. Так что мы сейчас удалимся потихонечку. А ты давай. Осторожно. Выводи потомство, приплод, чтобы нам веселее было. Динамит, что там валяешься, а? Вот, блин, нашел же что-то. Эй! Динамит! Вонять же будешь потом. Ты чё? Come on! Come on! Пойдем, чтоб птичку не гонял. Вот они, птички. Dark-eyed Junkos. Темноглазые джанка. Красивые пташки. Ох, сколько у меня еще стройматериала. Надо еще что-нибудь замутить. Какой-нибудь проекта. Ну, тут пятачок хороший, палаточку можно, или даже домик можно поставить. Так, ну, костер здесь разводить посреди двора все-таки не очень умно, наверное, да? Надо будет убрать эту штуку. Не могу определиться, где можно костер делать. Но будет день, будет пища. Так, ну все, пробежались, посмотрели, все нормально, в принципе. Грех обижаться. Ветер там посрывался, и побрякушки немножко так это сбросил на землю. Мы их прицепим назад. Ага. Колодец нормально. Там я открыл, чтобы вода оттаивала. Краны все эти, не знаю, подземная линия, водопровод размерзся или нет. Пластмассовая труба, будем надеяться, не та самая. Не размерзлась. Если размерзлась, будет геморрой, придется менять. Забыл, не забыл, не успел я в прошлом году продуть, короче. Морозы внезапно так расковали, все, уже поздно было продувать. Ну, крышу починим там. А здесь снег, везде снег еще лежит, а? В лесе снег, видите? Вон, в лесу снег. Кто-то рог наш отодвинул возле двери немножко. Открыл замок, ну-ка. Пойдем посмотрим, что здесь. Ай! Родная избушка, как я по ней соскучился, а? Как я по ней соскучился. Кухня, часы, табло светится. Часы, даже эти часы идут. Нет, сдохла батарейка. Так, так, так. О, мышеловочка стоит. Открытая. Здесь отрава для мышей. Потому что весной, знаете, когда все тает, начинают они это, мыши начинают где повыше искать. О, блин, нехорошо. Капнуло несколько раз, видимо, да, что-то? О, вот эти часы идут чуть-чуть. Так, ну видно, что белки сволочи-то, блин, дербанили, а? Ну, известно, было мусор, это все с крыши, блин, они когда там шарохаются. Черти такие. Тут света. А, я все повыключал, наверное, свет. Ну, часы это самое. Светятся. Так. Да, да, да. Все нормально. Поднести, порядок навести. И все. Красота. Ну-ка, что у нас наверху творится? Тоже мусор, видите? Белки шишки кушали, кедровые. И просыпается там через щели это. О, excuse me. Но в целом все нормально. Все, побежим работать, надо работать. Работать, работать. Дровишки есть еще. Холодно. А ну-ка, на градуснике. Сколько он показывает? Градусник. Вах, вах, вах. 6. 6 градусов. Нормально. Хоть не мороз.
Так, телефон включать, не включать. Уже должен работать, по идее. Включим. Ага, завалилась лампочка. Пусть заряжается. И может домой брякнем. Все, побежим работать. Иногда к нам на канал забредают новые люди, которые еще не были у нас в гостях, не знакомы с нами. И видно, что некоторые из них мечутся, ищут. Ну, как рыба ищет где поглубже, так же они ищут где получше, в надежде, что в Канаде там кисельные берега там, или молочные реки, или хрен его знает что. И приходят в такой шок, в такой легкий испуг, что вот так это, как бедно, мы тут как грустно живем, блин. Ребята, это канал не для вас, блин. Вы это, идите, ищите другие каналы, там, где все розово расписывают. У нас жизнь совсем хреновая, совсем хреновая. А если серьезно, ребята, блин, искать надо не где лучше живут, а где счастливые люди живут, бляха-муха. А много не надо дураку для счастья, правда? Вот мы разгрузили наш прицеп полностью. И очень счастливые. Чуть-чуть рассыпали овса только. Машину разгрузили почти. Там еще на сиденье нужно будет на заднем. Так, прицепчик мы сейчас затолкаем сюда. В контейнер. Я думаю, он закроется. Вот у нас сало копченое. Вот у нас овес. А внизу вот ряды пшеницы. Можно кормить и кормить и кормить. А еще масло привезли же мы всякого. Там это... Блин, зачем я вам показываю? Залезете, обграбите. Представляете, если война, я вот закопаю этот под землю, я могу жить, блин, 25 лет здесь. Вот это масло, все масло. Это старые запасы, это тоже старые запасы. Это свежие запасы с этого года. Вот здесь тоже. А здесь вот это жирок для медведей такой. Ой-ой-ой, все есть. Тут патока есть немножечко. Жидкий дым чуть-чуть совсем есть. Пропан есть. Ну и все вроде. Пшеничка, овес опять. В зеленых мешках пшеница. А, про квадрики не будем говорить, а то еще украдете, блин. Да не положено бедным людям квадрики иметь, правда? Динамит, ты доволен? Фу-фу-фу. Пленку пока сюда бросил, привез огромный кусок пленки. Везде пригождается, знаете, разрезал так вот дождя, туды-сюды. Ага. Тут дровишки, тут бардак. Хотел зайти в этот в железный, открыть там замок. Даже эту дверь не могу открыть. Видите, еще лед вот здесь вот такой. Ну, не хочется долбить просто. И видите, вот так вот выглядят трейлы в лесу, по которым нужно ездить. Подождем уж трохи. Пусть растают, правильно? А здесь собачки будут жить. Для собачек вон домик есть, там две двери есть, все. Здесь мы еще порядок наведем. Ну, это вообще такое хозяйственное, это, закуток. Здесь морозилки стоят, три штуки, рабочие. Да, динамит? Ну, пойдем, остатки уберем, все. И надо бежать домой. Если мы лихо управимся, то мы могли бы еще вечерком сбегать. Гусей пошерстить, отомстить за вчерашние горести. Ну, пока. Вот вы, наверное, удивляетесь, как ты, дядя Вова, без кока-колы? А никак. Я с кока-колой. Видите, вот какой красивый натюрмортик. Короче, в нашем магазине иногда бывает распродажа такая интересная. И вот эти вот такие пачки были. Одна пачка 10 баксов, представляете? А в пачке 10 баночек, нормальных таких баночек жестяных кока-колы. А это вот, как называется, Ginger Ale. Я не знаю, как по-вашему. Ну, хороший такой, как лимонад Буратино. Ага, и мы купили. Ну, потом, знаете, это там за окружающую среду, то все, там налог какой-то, еще 7 баксов, 17 баксов получается коробка. Ну, потом эти баночки сдашь, и все равно получишь назад кое-что. Немного, наверное, да? Нет. Ну, как-то вот так. Сейчас мы возьмем пару баночек, наверное, хряпнем, а то напотелись, блин. Приветские, ребята, жрать будем, жрать. Тетя Оля нам ту и сок собрала с собой, баночка консерва, помидоры, огурцы есть. Даже вилочка сегодня есть, как белый человек. Питье есть, ватрушки, баранки есть. А вот ножики нету и открывашки нету. Блин.
И вот этот ножик в машине под сиденьем. У хорошего джигита всегда должно быть какое-нибудь оружие. Правильно? Давай, открывайся. Баночка. Так. Давай. Чё мы, блин? Совсем беспомощные, что ли, правда? Все, открыли. Ой, красота, ой, благодать. Поработали, можно и пожрать, правда? Люди ругаются, что мы во время съемок хаваем. А когда еще хавать, блин? Или когда снимать, вернее. Сейчас порубаем и попрем. Бензина много сожгли. Груз тяжелый был, расход большой, но назад цивилизацию хватит, а там заправимся. Да, динамит? Я тебе тоже твой хавчик поставил, кушай. Если повезет, успеем еще вечером на охоту сбегать, на ружье только другое найти. Даже не знаю, что вам рассказать. Весна ранняя. Вообще думал, в мае начну. А видите, как снег сошел классно. Здесь вот. Так что первый рейс сделали. Колеса выставили на этом прицепе. Ну, надо хоть проверить подшипники, чтобы не болтались. Давление. На несколько рейсов, надеемся, хватит притаскать все. Ну, я доволен, я больше половины притащил. Ну. Ну, не хочу вам всякую фигню рассказывать. Я похрямаю. И побежим. Рассказывать можем много чего. В следующий раз, ладно? Хочется просто расслабиться, так, на солнышке. Похавать. Мухи летают уже. Насало же мое, наверное. Бабочка летала. Белка верещала, собака на конфликт нарывается. Стекловато везде по периметру. Скоро привезу пистолеты. Покажу вам патроны, которые я купил. Самые дешевые, но зато много. Если даже через раз будет стрелять, то белкам будет неуютно. Ну ладно, до свидания. Выезжаешь с севера, и первая деревушка, околоток, видите, полицейский участок. Это типа главной улицы. Мусорки стоят, значит, сегодня мусор собирали. Вот это типа отеля маленького или мотеля. Тут заправочка есть. Бензин 98 центов. Пешеход даже есть, гуляет. Ой-ой-ой, увезли, разломали домик, а? Вывезли. Это на продажу был. Mobile Home. Это тоже на продажу. Видите, acreage написано, for sale. Acreage — это когда акр или больше, типа. Вот кто-то себе купил большой участок земли, но так бестолково, да, все еще голо, пока это все зарастет. Вот здесь на окраине тоже огромный участок есть, можно купить. Ну вот какая-то маленькая фазендочка, вот так вот. Любит народ просторно пожить. Я включал в камеру, надеялся, что это будет еще машина-то стоять у мотеля, а ее не было уже. Ну там это, краску не видно было, она вся в грязи была. Кто-то капитально покатался по дизелю. Трак такой, пикап был. Так, выезжаем на трассу. Блин, лампочка у меня горит уже давно, а? Интересно, можно это так, чтобы это... совсем это... с пустым, сухим баком остаться? Или это очень плохо? Пропустим, наверное, машину какую-нибудь.
а потом поедем, как будто мы культурные такие, добрые. Ну посмотрим, теперь 20 километров до заправки, блин. Надеемся, что хватит. Школа. Дети играют во дворе. Хотя уже уроки кончились, конечно. Просто так играют. Пришли и играют. Это сколько? 6 вечера уже, 6:30. Вот этот домик стоит на продажу уже очень давно. Построили, вот так поставили. Что-то никто не покупает. Здесь фирмы большие сельскохозяйственные производят сельхозтехнику. Очень много людей в них работает. Этот товарищ всегда выставляет машинёшки на продажу по одной, так скромненько. Тут написано, куда мы движемся. Лейк Ленор, будет поселок через 30 километров. Топчем, топчем газульку, ребята. Хотим на охоту успеть. Ух ты, видели? 5 человек в пикапе. Давно такого не видел. Обычно по одному люди ездят. Раньше было популярно в Америке 3 человека впереди сидеть. Автомобилей было много, таких старые были, чтобы по 3 человека можно было впереди сидеть. И даже шутка была такая прикольная, загадка. Знаете, почему у ковбоев края шляпы завернутые? А чтобы они втроем могли на сиденье помещаться в пикапе. Ха-ха-ха. Едем дальше.